Сумерки опускаются на Рим, и улицы древнего города одна за другой начинают погружаться в золотистое сияние фонарей. Но эта живописная картина преображается на глазах. Власти итальянской столицы решили сократить затраты на электроэнергию и поменять городское освещение. Так, вместо привычных фонарей с лампами накаливания в городе стали появляться светодиодные. Такая резкая перемена возмутила как туристов, так и римлян. Люди забеспокоились, что яркие белые лучи новых светильников испортят романтичную атмосферу старинных улочек. По словам руководителя компании, занимающейся заменой освещения, переход на светодиоды позволит городу сэкономить огромные средства. При стоимости проекта примерно 50 миллионов евро Рим будет экономить по 26 миллионов в год. За 10 лет это будет 260 миллионов. Полная замена ламп на римских улицах должна завершиться к лету. Нововведения пока не коснутся подсветки памятников архитектуры. Так что у римских романтиков еще есть возможность прогуляться в золотом свете среди античных колонн.